Дети-алкоголики. Кто они? Внимание! Если вам мешает реклама, вы можете закрыть рекламное сообщение, просто нажав на крестик в верхнем правом углу рекламного блока. Напитки алкогольные употребляют далеко не хулиганы, а как раз наоборот, чаще дети из обеспеченных семей, то есть это избалованные дети, и дети отличники, хорошисты. Отец кандидат наук, там, мама, тоже, в принципе, никогда не видел родителей своих пьяных. То есть, были праздники, да, я помню в детстве там спиртное, но это все как-то... Я не видел никогда, что кто-то шептался там, дрался, ругался, кричал. А попробовал я с друзьями в компании, и как-то вот так получилось, и сразу же втянулся в это. Андрей – выросший ребенок-алкоголик. Ему 24 года, алкогольный стаж – 12 лет. С трудом окончил школу, бросил институт, не дотянув до третьего курса. Сейчас проходит лечение в реабилитационном центре, находится в длительной ремиссии, то есть не пьет. Если раньше мы имели дело с ребятами из неблагополучных семей, и к нам привозили детей из интернатов, из детских домов, детей-сирот, полусирот, то сейчас поступают дети на обследование из благополучных семей, дети, которые учатся в колледжах, специализированных учебных учреждениях, с тремя языками, дети, которые посещают спортивные школы, которые посещают музыкальные школы. Девочки после музыкальной школы идут и распивают спиртные напитки. Если вам понравился ролик, нажмите под роликом на кнопку «Подписаться», чтобы иметь возможность смотреть и другие ролики. Оставьте также свой комментарий под роликом и нажмите «Нравится».